Жильцов подъезда эвакуировали, один человек пострадал. В МЧС рассказали подробности пожара, который произошел в четверг в многоэтажке на улице Чапаева. Сигнал о возгорании поступил к спасателям около 16 часов. На место выехало 5 пожарных расчетов. Квартиру пришлось залезать через окно. В коридоре задымленной квартиры сотрудники МЧС обнаружили лежащего мужчину. Его вынесли на улицу и передали бригаде медиков. Жильцов подъезда эвакуировали, пожар потушили. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем пострадавшего мужчины.